Самое доброе утро. Наташа, сегодня я научу тебя правильно завидовать. А мне-то это зачем? Вот никогда никому не завидовала и тебе не советую. Ну, очень зря, потому что ведущая рубрики «Зарядка для успеха» Ольга Полищук сейчас все популярно объяснит, как надо правильно завидовать и какая от этого польза. Самое доброе утро. Пока вы собираетесь на работу, давайте с вами потренируемся завидовать. Да-да, вы не ослышались. Будем учиться завидовать эффективно. Вы знаете, что зависть – это двигатель. Бывает, сидишь на попе ровно, ничего не делаешь, и вдруг у кого-то что-то увидел и загорелся. Новой целью, новой идеей и даже новым делом. Поэтому вывод первый. Просто так завидовать смысла нет, вы только зря потратите время. Завидуйте только ради самомотивации и поднятия тонуса. Ни в коем случае не ради негативных эмоций, переживаний и забивания своей собственной самооценки. Вывод второй. Тщательно выбирайте объекты своей зависти. Пусть это будут те люди, на которых вам действительно хочется быть похожими. Это могут быть ваши более профессиональные коллеги. Ни в коем случае этот человек не должен вызывать желание заниматься самоедством и уж тем более вредничать. Итак, мы определили с вами объект зависти. А теперь давайте подумаем, чему именно мы завидуем. Каким чертам, каким достижениям этого человека мы хотим подражать. Возможно, мы уже этим обладаем, просто не умеем это преподнести другим людям. А если не обладаете, срочно ставьте перед собой цель догнать и перегнать объект своей зависти. А еще не забывайте благодарить этих людей, потому что именно они направляют вас в нужную сторону, в сторону достижения ваших целей. И помните, у каждого свой путь. Все ресурсы, все свои эмоции направляйте в нужную вам сторону. Если вы будете просто так переживать и завидовать, то вся энергия пойдет не вам, а объекту вашей зависти. Пусть сегодняшний день будет результативным, насыщенным и очень-очень радостным.